Панакерт, 16 ноября, ТАСС. Оперативная группа МЧС России в понедельник прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, передает корреспондент ТАСС. В состав группы вошли 30 специалистов, представители центрального аппарата ведомства, спасатели Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь. На месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве. В воскресенье вечером самолет МЧС РФ со специалистами и ранее в Национальном центре управления обороной, НЦУ, России сообщили, что Минобороны РФ приступила к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для наращивания его группировки с воскресенья осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время группировку также нарастят за счет сил и средств погранслужбы ФСБ России, представителей других федеральных органов из 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, решение организационных вопросов возложено на Минобороны.